Хелперу 300 сразу скажу, что сейчас проектируется доступная версия, значит, базовая, там цена не очень дорогая, я думаю, всех порадует. Потом в дальнейшем будет под каждым видео сайт на погрузчики, цены и описание, характеристики. Вот, значит, Хелпер 700, как я и говорил, будет Хелпер 700, потом 2 тонны, но 2 тонны будет позже грузоподъем. 700 это грузоподъемность у него. Много потрачено времени, сил на него, ну, сделали. Я доволен проектом. Единственное, конечно, есть некоторые недочеты, потому как первым собирался есть баки. Неправильно я расположил, во-первых, баки, во-вторых, глушитель. В дальнейшем, значит, если здесь вот стоял топливный бак, вот здесь вот, здесь, вон там гидробак, масляный бак. Вот, значит, в дальнейшем надо сделать здесь гидробак, а топливный бак вывести сюда. Я так и поступил, топливный бак сюда вывел, потому что здесь жарко. Вот, металл весь продуман с запасом прочности. Значит, узел перелома я уже показывал. Здесь стоят шаровые, так он работает, здесь стоит ограничитель, здесь нижняя шаровая. Кардан, полный привод. Вот, даже вот хозяин попросил, заказчик попросил, чтобы номер ему набили. Он год выпуска. Номер, свет, подсветка, все работает, кардан подключили, масла залили, полный привод работает. Сейчас вот всю ночь дождь лил, отсев там сырой, попробуем его потаскать. Ну, уже пробовали, экспериментировали, взвешивали, 700 килограмм и поднимали. По техническим характеристикам, видите, стоит здесь атаки, двухцилиндровый, значит, 35 лошадиных сил. Здесь стоит два радиатора, один радиатор идет непосредственно на охлаждение тосола. Второй радиатор на охлаждение масла гидравлики. Гидробак объемом 35 литров. Стоят датчики. То есть в автоматическом режиме, когда нагревается либо тосол, либо масло, в автоматическом режиме срабатывает вентилятор. Вентилятор стоит сзади охлаждения. Вот, зажигание здесь электронное. Стоит коммутатор, реле на стартер, реле на вентилятор охлаждения. Вот, стрела. Вот такой вот формы. Значит, что еще рассказать? Ну, все видно, уже переломы видно. Гидроруль, здесь стоит у нас гидроруль. Здесь проходит проводка. Все подключено, все горит, все работает. Вот. Что еще можно сказать в этом обзоре, я не знаю. Диски стоят на 12. Все это я раньше рассказывал. Сейчас должен приехать через полчаса заказчик забирать его. Поэтому характеристики расскажу, больше вроде нечего рассказывать. Значит, высота подъема стрелы от низа, от нуля, скажем так, до вот этой планки, вот, вот сюда с запасом, чтобы перевернуть ковш, высыпать, получается высота 2,50, высота подъема. Ширина погрузчика составляет 98 сантиметров. Ширина ковша 1,20 м. Сделали по объемнику, чтобы захватывать побольше. То есть возить сразу по объему, иначе какой смысл с 700-м погрузчике. Вот, сейчас померим длину. Ну тут вы все видели с этой стороны. С этой стороны. Вот видно, тут все стоит. Значит, по педалям. Вот эта педаль газа. То есть газ даешь, убавляешь, это всем понятно. Да, вот эта педаль. Вот эта педаль. Значит, все свои погрузчики я проектирую так, чтобы было удобно ездить, для удобства. То есть сел и наслаждаешься работой. Значит, эта педаль сделана так, что это нейтральное положение. Когда мы включаем скорость, вот рычаг стоит вперед или назад, он стоит на месте погрузчик. При нажимании, при
плавным нажатием на педаль, получается, он трогается. То есть, когда мы доводим до середины, у нас работает один насос. Это получается первая скорость. Когда мы доводим до конца педаль, нажимаем до упора, у нас подключается второй насос. То есть не надо никакие рычаги дергать, ничего. Очень удобно, очень вообще мне понравилось. Сейчас гоняли на весовую, работал с ним, то есть где-то отъехать, доехать педаль, раз, это как кикдаун, и пошел на второй скорости. Подъехал, чуть-чуть ее бросил, газ бросил, все, на плавный, бросил, он подкатился, остановился. Очень удобно. Гоняли сейчас на весовую, весит он тонну 300, этот погрузчик, как я и писал в интернете. Многие вопросы задавали, сколько должен весить такой погрузчик, значит, 300 весит. Полностью по своей комплектации весит 700 килограмм. Этот тонну 300 весит, двухтонник, по моим расчетам, должен весить где-то 2,5 тонны. 2500, 2600, может быть 2700, вот в этих пределах. Вот, теперь по длине. По длине. Сейчас померим длину. По длине, значит, максимум иди подержи. Значит, по длине без ковша 2,83, с ковшом получается 3,60 его длина. И высота прохода, но так, если куда-то надо заехать, допустим, так, высота, если эту вот страховочную трубу снять, получается где-то 1,75 м. Если с трубой, как бы это защита получается, либо ветки, либо еще что-то там, вот, чтобы назад сдаешь, голову не разбить себе. Сейчас мы померим высоту. Так, по высоте получается проход 2,35, чтобы куда-то заехать, вот с этой вот со страховочной, скажем, труба или киновырядник, вот с этой со страховочной, получается 2,35, как я сказал. Так я сказал? 2,35? Нет. Ну ладно. Вот. Ну вроде больше рассказывать нечего. Все на виду, погрузчик от погрузчик. Значит, здесь у нас стоит гидровоспределитель. Здесь у нас шланги проходят. Чтобы открыть эту крышку, нужно вот эту педаль сюда отводим. Там педаль газа снимается. Вот в этом месте, вот здесь вот стоит у нас аккумулятор. Вот. Все в удобной доступности. Сделал так специально, чтобы не лазили, крышку не откручивали. Аккумулятор не сперли, если где-то во дворе оставили, пока педаль не откручишь, не залезешь, не узнаешь, что там. И топливный бак, вот здесь вот крышка тоже с ключом, чтобы не сливали топливо. Вот, сейчас попробуем мокрый отсев поворотить, посмотрим, что у нас получится. Oh,
значит, первый раз я на нем работал, отсев специально с водой загребал, чтобы показать, что полный ковш он поднимает, задница не переворачивается, противовеса хватает. Но по удобству я скажу, мне понравилось, очень понравилось. Плавно трогается, плавное управление. Единственное, конечно, может быть, ковш медленно опускается, поднимается. Но с таким объемом, не спеша, не газовать, можно работать нормально. И мне очень понравилось. Сейчас приедет заказчик, он уже эвакуатор заезжает. Сейчас отдадим и все. Дальше работаем. Вот приехал заказчик забирать погрузчик 700-й. Долго ждал. Ездил чуть ли не каждый день, ждал. Пару слов скажет. Скажи. Расскажи, как ты ждал, как ты переживал. Ну, ждал, конечно, долго. В сроки не вложились из-за того, что человек как бы старается сделать его. Ну, по нем видно, что он старался делать на совесть все. Не отдал, абы какой. Потому сроки не уложились, не рассчитали немного. Но это ничего, меня все устраивает, погрузчик нормальный, все хорошо. Ну, будем надеяться, что будет ездить без поломок, не знаю. Все продумали, все делали с огромным запасом. Так что сейчас будем его грузить и отправлять. Поехал, красавчик.